Так, друзья, день добрый. Холодильник Whirlpool. Не пролазит дверь, нужно поменять двери. Как мы это делаем? Отключаем сначала нижнюю крышку морозильника. Благо там 4 обыкновенных винта на 1/4. Открутили чуть-чуть, подняли просто вверх, она снялась. Окей, с этим разобрались. Дальше нам нужно снять двери, которые у нас вот здесь вот. Вот эти все хинги. Я даже не помню, как по-русски называется. Окей. Их нужно выкрутить. Естественно, предварительно снимаем заглушки, где тоже 1/4. И отсоединяем питание вот этой вот части обогревателя. Есть. Откручиваем. Одна дверь сняли аккуратно. Все, одну дверь сняли. Хорошо. То же самое со второй дверью. Раз, два, три. Напоминаю, питание сняли и саму дверь тоже снимаем вверх. Что у нас остается? У нас остается еще раз и два. В принципе, все. Ну и нижняя часть, естественно, вот это. Ну, благо там просто, там вообще всего два винта. Здесь у нас торкс. Торкс, по-моему, 30. Раз, два, три, четыре. То же самое. Нужно достать, найти такой размер. А иногда это, кстати, проблема. А может, и не проблема. Здесь в Америке все стандартизировано. Должно подойти. Ну, да. Ладно. Все, сняли. Сборка в обратной последовательности.